Любовь к животным – это не только про то, чтобы погладить или потискать их. Как и в отношениях с людьми, это прежде всего про заботу. Когда вы заводите собаку или кошку, вы берете на себя ответственность. А значит, теперь вам нужно думать не только о себе и своих родных, но и о новом пушистом обитателе дома. Чтобы надолго сохранить здоровье питомца, первым делом покажите его ветеринару. Доктор осмотрит животное и возьмет все необходимые анализы, в том числе на особо опасные заболевания, которые могут не сразу проявиться симптомами. Ну и, конечно, вакцинация. Привитое животное на 80% защищено от болезней. Еще одна важная процедура – кастрация или стерилизация, если кошку или собаку вы завели не для разведения. В зооклинике «Свой доктор» в рамках выигранного гранта проводят бесплатные операции по стерилизации и кастрации для питомцев отдельных категорий граждан. При поддержке фонда президентских грантов у нас есть бесплатные кастрации, стерилизации котов и собак, родительских участников СВО, многодетных, пенсионеров. И в этой даже гранте входит бесплатное обследование животных перед операцией. Ну что в него входит? Это ЭКГ. У нас есть аппарат ЭКГ, плюс анализ крови общий, который мы делаем у нас здесь, плюс УЗИ. Кроме того, в клинике «Свой доктор» есть монитор пациента. Его подключают к животным во время каждой операции. Следят за их текущим состоянием через ЭКГ, пульс, температуру и другие показатели. В случае чего доктор может оперативно среагировать и принять экстренные меры. Все это гарантирует достаточно высокий уровень оказываемой помощи. Обращаться к ветеринару необходимо немедленно, как только вы заметили у своего питомца даже незначительные изменения поведения. Стал хуже есть, вяло лежит на диване и иначе дышит. Все это могут быть симптомы заболевания. Каждое животное показывает свои недомогания по-своему. У кого-то рвота по носу, у кого-то сопли, у кого-то кто-то чихает, отказ от еды. Первым делом мы не занимаемся самолечением. Мы не ждем, пока само все пройдет. Не пройдет. Поэтому сразу же, даже если вот показалось там, ну что-то плохо себя чувствует, сразу же идем к ветеринару, специалисту. В ветеринарном центре «Свой доктор» есть все необходимое, чтобы помочь вашему питомцу. Квалифицированные доктора и новейшее оборудование. Работает стационар, где вы можете оставить животное в особо тяжелом состоянии, чтобы его выхаживали специалисты. Также есть кислородная камера, в которой четырехлапые пациенты быстро восстанавливаются после операции. Но самое главное, здесь с любовью и душой относятся к каждому хвостатому посетителю. И делают все, чтобы он как можно дольше радовал своих хозяев крепким здоровьем. Помните, что вы в ответе за тех, кого приручили, и никогда не пренебрегайте походом к ветеринару. Зооклиника «Свой доктор», Зернова, 65. Телефоны 37901, 8908-762-0901 и 8930-809-9901.